Доброго дня, вельмишановні глядачі. Дуже радий вітати вас у Мозаїці. Виходимо в запису, адже я від сьогоднішнього дня у відпустці. А проте на вас чекають гарні події та емоції ще протягом 3 тижнів. Я обіцяю вам, адже ми виходимо в запису саме для вас. Не дивлячись на те, що я відсутня на телебаченні, ви можете мені подзвонити. Мій телефон 093-120-56-56. Ми все ж таки запрошуємо вас співпрацювати з нашим телеканалом і запрошуємо вас, залучаємо вас до роботи з нами. Кожен з вас може бути у нашому ефірі з серпня місяця, а ми продовжуємо. Сьогодні у нас у гостях Наталя Попазоглу. Вона приїхала одразу ж після кастингу Turk Vision, який пройде в цьому році в Стамбулі. І зараз вона для нас заспіває. Давайте послухаємо її, адже пісня надзвичайно гарна. Слова не по.
А поки Наталя до нас приєднується після такого гарного старту нашої програми, я хочу продемонструвати вам відеокліп, який вона сьогодні принесла до нас у студію. Ну от і довгоочікувана наша розмова з Наталією зараз стартує. Наталінька, я очень рада приветствовать тебя сегодня у нас в студии. Вот скажи, после Турквизиона, какие ощущения, вот с какими эмоциями ты приехала к нам в студию сегодня? Сперва меня эмоции переполняют. Сперва хотелось бы сказать здравствуй, привет, привет. Я очень рада сегодня быть на этой студии. И эмоции зашкаливают, потому что мне очень интересно будет поехать и представить нашу страну, свой народ на таком масштабном конкурсе, как Турквижн. Я совершенно недавно о нем узнала и очень сильно заинтересовалась, потому что реально он как бы набирает достаточно хороший оборот, этот конкурс, и
Там столько стран, столько песен, столько музыки. Это все невероятно манит к себе и завораживает. И хочется привести туда какой-то свой вот хороший хит, хорошую песню, чтобы могли сказать, смотрите, как гагаузы могут, как они могут. Ага, вот, вот переходя к этому, гагаузы, все-таки есть что-то в крови? Да, у меня папа гагауз, он родом из села Красного, а дедушка родом из Дмитриевки, то есть по папе я как бы наполовину гагаузка, вот, и очень горжусь этим, рада, что так вот все есть. Ты по праву стала участницей от Украины на Тюрквизион, но все-таки скажи, это не первый кастинг в твоей жизни, естественно. Вот какой был самый яркий, какой самый запоминающийся, из чего стартовала? Ой, на самом деле у меня было много кастингов, было много неудачных кастингов, потому что дорога к дорога к такой мечте, она бесспорно очень тернистая. Поэтому, в принципе, были такие кастинги, где вообще слушать не хотели, даже микрофон забирали. Вот, девочка, идите, идите. Вот, но самым ярким, который как бы познакомил меня с публикой и публику со мной, это, несомненно же, X-Factor, шестой X-Factor. Вот, я думаю, что очень многие люди наблюдали, очень многие голосовали, очень многие писали. Это безумно приятно. И вообще просто безумные эмоции. Говорят, что очень важную роль вот на X-Factor играет все-таки подбор песни. То есть с какой песней пришла, блеснула, вот она раскрыла твой потенциал. Скажи, как сложен был выбор песни для тебя и как выбирали вообще, совместно с кем-то или сама вот рискнула? Я все время все организовываю сама. То есть я вот увидела, да, вот эта песня мне очень нравится, это близка песня ко мне, это песня, которая со мной, так сказать, практически едина, да, поэтому нужно всегда выбирать те песни, в которых ты живешь, которые ты проживаешь, не те, которые модные, классные, крутые, современные и тому подобное. Нужно проживать эти песни, поэтому Purple Rain, с которой я стартовала песней, это именно та песня, которую стоило прожить. И я ничуть не прогадала, потому что сама видишь, какой результат. И она излилась пурпурным дождем вот этой вот славы, хорошего настроения. Насколько было сложно? То есть я знаю, что X-Factor – это такое испытание в жизни, которое нужно пройти, во-первых, с достоинством, а во-вторых, не уснуть, как минимум. Ну, во-первых, сложность была только в том, что нельзя было выезжать за пределы, как бы... страны, да? Не страны, а вот нас как бы поселяли лагерь. И вот за пределы этого лагеря нельзя было выезжать, нельзя было выезжать в город, нельзя было встречаться с родственниками, даже телефонные звонки были как бы ограничены. Поэтому в этом сложность, потому что все варятся в одной кухне, постоянно это всегда накал эмоций каких-то, вот. И, в принципе, больше я бы не сказала, что были сложности. Был интерес ко всему, как происходят съемки, как происходит интервью, как происходит подготовка к выступлениям, все вот репетиции, встречи с тренерами. То есть это все было настолько интересно, каждый день у тебя что-то происходило, и ты был занят с самого утра до самого позднего вечера, даже ночи. Мы не успевали высыпаться, потому что в 6 утра мы уже были на площадке, где происходит съемка прямого эфира, и уже идут там масса репетиций, много людей, которые тоже не спят, не досыпают. Это колоссальная работа многих людей. Спасибо, что они делают такое шоу, и мы имеем возможность знакомиться с людьми, с нашими слушателями и демонстрировать им, дарить им свой талант, свои песни. Я очень люблю задавать вопрос звездам, которые уже, в принципе, состоялись и идут по действительно этому тернистому пути. Ты помнишь свою первую песню? Вот с какой ты начинала? Может быть, еще в детстве? Вот когда ты стартовала первый раз? И вот какая песня вот была вот таким началом, толчком для тебя? На самом деле я всегда пела народные песни, потому что у нас
Я как бы выросла на Западной Украине, в Ивано-Франковской области. Так получилось, что моего папу там воспитали. И, в принципе, всегда у нас в семье пелись украинские народные песни. И папа всегда играл на аккордеоне. У нас всегда собиралось очень много людей, гостей. И все под аккордеон пели украинские народные песни. И я там была звезда программы. Да. Обязательно табуретка всегда была моя. Это был пьедестал. А еще я очень любила петь, тогда была очень известна Алла Пугачева. То есть песни Пугачевой, они были самые известные. Голос позволяет, да. Ну, раньше у ребенка это все намного смешнее смотрелось, но было колоссально интересно. Я всегда говорила, кем ты, вот меня спрашивали, кем ты будешь? Я говорю, певица, и как это кем? Артисткой буду, все. Даже не оговаривалась. Да, даже никаких сомнений не было. Ну вот от табуреточки до сцены Турквизион, как считаешь, вот песня, которую ты выберешь или уже выбрала, это секрет для всех, насколько она будет, сейчас очень любят такие песни со смыслом, вот ты сегодня спела песню, которая действительно аж мурашки по коже, насколько эта песня будет со смыслом и, может, приоткроешь секрет с каким? Понимаешь, вот на самом деле я понимаю, что должны быть легкомысленные какие-то песни, которые задают настроение и так далее, но я человек, который вообще любит все со смыслом, когда все происходит со смыслом определенным, да. Меня очень сильно поражает и приводит в шок то, что сейчас происходит у нас в стране, в мире вообще колоссально все очень сильно меняется, очень много войн, очень много смертей, очень много такого. Ну, вот не хочется, чтобы оно происходило. Да, вот безразличие, какая-то холодность между людьми, они как звери бывают грызутся, и ты просто вот это все наблюдаешь, и тебе хочется, чтобы вот стало как-то более душевней, более теплее, чтобы не было столько ненависти, чтобы было, чтобы как-то вот все превратилось, вот перевернулась вот эта вот сторона медали в хорошую. Ага. Обязательно будет песня со смыслом, эта песня будет таить в себе, конечно же, любовь к миру и к тому, что все начинается только с любви, и мы рождаемся в любви, и вся земля родилась в любви. Куда ж без нее. Вот. На самом деле песня будет достаточно современная. Она будет достаточно современная, она будет в тенденции, в духе современной молодежи. Эта песня будет, это не будет умцик, 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 да, и там ручки вверх и тому подобное, нет, там будет смысл, но будет современно, там будет обязательно нотка Востока, обязательно, потому что все-таки я представляю гагаузский народ, правильно, и мне хочется подать это в лучшем виде. Обязательно будет шоу, хорошее шоу. Мы уже работаем над этим. Вот, будут хорошие костюмы. Есть, да, да, уже есть, конечно, есть. Я всегда, если к чему-то готовлюсь, у меня всегда море планов и в голове миллион картинок, как это все должно выглядеть, кадров. То есть хочется, конечно же, чтобы оно все прошло удачно, так же, как и задумывалось. Бог нам в помощь. А пока у нас в студии открываются такие небольшие секреты будущего, все-таки хочется вернуться к настоящему и продемонстрировать наш следующий клип, который принесла Наталья специально для вас, уважаемые телезрители. Я очень надеюсь, что вам понравится, потому что я была в восторге. You can never be.
Переходя к самому кастингу, были достойные соперники, как считаешь, вот сложно будет проходить через те препятствия, которые они подставят в студии, да, уже Тюрквизион на отборочных турах, и насколько сильные голоса у людей, потому что последнее время вот такие вот, можно сказать, мероприятия берут скорее вот постановками, да, не столько голосом или самой песней, сколько очень классное шоу делают, как считаешь? Знаешь, на самом деле, если говорить об этом кастинге, да, достаточно очень у нас народ певческий, поэтому, конечно же, были певческие люди, которые поют, очень красивые голоса у всех. Боженька не обделил, так скажем, никого. Вот. Насчет того, что будет дальше, я думаю, конечно же, будут голосисты, будут красивые песни, будут хорошие постановки. Но на самом деле успех заключается не только в красивом голосе, либо же в красивой постановке. Работает все вместе. Работает и даже то настроение, с которым ты подходишь к определенному заданию. Да? Если ты это делаешь с вдохновением, с хорошим настроением, конечно, оно все получается. И постановки, и голос, и сама песня, и то, как ты подашь это все, как, какая картинка будет, как оно все прозвучит, работа звукорежиссеров, работа танцоров, работа костюмеров, это все играет колоссальную роль. Только совокупность всех этих факторов дает успех. Говорят, кровь не водиться. Как считаешь, тебе гагаузская кровь в жизни помогает? И какие качества вот придало, как ты считаешь, на твой взгляд, тебе вот это происхождение? На самом деле, конечно же, ощущаю темперамент. Это все надо быстро и напористо.
Чем больше напора, тем, как говорится, лучше. Ну, нет, иногда я себя, конечно же, сдерживаю в этом. Наташ, подумай, нужно вот тут вот так вот. Я возьму себе вот эту... Прекрасно, просто я на нее все время смотрю, она такая красивая, я вот так завернусь, вот. Завернусь, бантик? Нет, она прям красота. И вот, так сказать, наверное, темперамент гагаузский, он присутствует, да. Присутствует, конечно же, талант. Я знаю, что моя бабушка очень красиво пела, она была, моя бабушка родом из села, и она была вот самой известной певицей в селе, она в свадьбах пела. Вот, все очень говорят, что у меня и голос, и внешность очень похожи на прабабушку мою. Вот, поэтому, в принципе, да, конечно же, есть. И я верю в то, что мои предки... Я не буду отставать. Да, молодец. Вот, и как бы то, что мои предки всегда со мной, я, конечно же, в это верю. Я верю в то, что они мне помогают. То, что они помогли мне, конечно же, найти свой народ, потому что я уехала... Точнее, не я уехала, мой папа уехал в Ивано-Франковскую область, его там вырастили, хотя он родом из Одесской области. Вот. И у меня было очень мало возможностей общаться со своими родственниками, но чем стаешь старше, тем больше ты хочешь узнать, откуда твой род, кто ты, кем ты являешься. И я все чаще спрашиваю у дедушки, у своих теть, что, откуда, куда, потому что это, как бы, это очень интересно, знать свое родовое дерево. Вот. Я безумно благодарна, что я именно такая, какая я есть, родилась, и что во мне есть именно вот гагаузская кровь, которая все-таки мне больше, наверное, помогает. Вот этим темпераментом и напорством, потому что, наверное, если бы ее не было, может быть, меня бы и здесь не было. Все может быть. Вот как раз вопрос об этом. Ты говорила, что не на всех кастингах получалось, да, пройти. Я знаю, что люди, у которых много что не получается, и которым говорят: девочка, положи микрофон, иди дальше, некоторые опускают руки. Что тебе не давало опустить руки? Кто помогал и вообще какое качество поддерживало? Что поддерживало? На самом деле у меня поддержки было немного, если честно. Родители всегда хотели, чтобы я выбрала вот стандартную профессию, например, экономический. Я все-таки закончила экономические высшее образование, да. И родители всегда хотели, чтобы у меня была вот все-таки серьезная работа, потому что пение, они считали, вот если ты поешь, это горло вот заболело, то все, ты уже не поешь, а что дальше делать, а образование какое-то надо, вот нужно же как-то вот за что-то же жить, и все-таки экономист, ну как бы престижно, все там где-то на фирме, вот ты бумажечки раскладываешь. Говорю: мам, ну какие бумажечки, говорю, это же не я, совершенно не я. Вот, но все-таки для мамы я закончила экономический, а для себя пошла учиться на вокальный уже в Киеве. Нужно было обязательно пойти, потому что я была солисткой государственного оркестра джазового, вот, и все-таки без корочки-то никого не берут, наша жизнь такова, суровые реалии. И, в принципе, да, для себя я уже закончила как бы вокальное отделение. Говорят, очень много зависит от педагога. Да. Да, согласна? Я соглашусь, но у меня педагога не было, так сказать. Я самоучка. Многие педагоги спрашивают: Наташа, как у тебя вот это вот получается, а как вот это вот? Даже на X-факторе у меня педагог здесь потрогать, здесь потрогать, здесь. А чем ты поешь? Говорит. Я говорю: вот так вот. Ну, все, что натурально, как бы от природы дается, там это невозможно объяснить. Я очень хотела петь, несмотря на то, что мне как бы меня не особо поддерживали. Я училась сама и очень много поднимала материала, и интернет-материалы, и книжки, и видеоработы, и видеоуроки. То есть мне это хотелось, и я вот, если у меня есть напор и желание что-то сделать, я это обязательно сделаю, доведу до конца, и чтобы это было максимально блестяще. Вот максималист. Максималист на сколько? Вот, наверное, на 90%, скажем так.
Ну, такой, да. Угу. Серьезный. Ты знаешь, я очень люблю спрашивать еще следующий вопрос. Какая любимая сцена? Вот люди начинают петь с ванной и заканчивают поздно вечером, я не знаю, там в постели заканчивают петь свои любимые песни. Какой у тебя любимый репертуар и когда начинаешь распеваться вот с утра? Я очень люблю джаз. Это моя любимая музыка. Я люблю фанк, люблю соул, то есть более такие вот стили. Ты знаешь, я могу встать с постели и уже что-то и пошла там на кухню, пока кофе делается. Не пишешь пока еще? Конечно, пишу. Все песни, которые я только что вот как бы сегодня пела в начале, песня «На ворох» — это моя песня, слова и музыка. А сейчас стартует у меня альбом, как бы выйдет первый мой, и радиоротация песни «На ворох». На самом деле вот я долго, конечно же, шла к тому, чтобы писать свои песни, несомненно, потому что все те эмоции, которые накапливаются в процессе жизни, все чувства, они должны куда-то выливаться. Вот, и они как бы находят свое место в моих песнях. Я пою везде и всюду. Это может быть душ, это может быть, когда я что-то глажу, это может быть, когда я делаю кофе, это может быть, даже в автобусе еду, и что-то там у меня в голове крутится, и я себе только смотрю так, чтобы на меня люди не показали, что что-то девочка не туда. Я думаю, такого нет, потому что сейчас последнее время люди все наушники, поют, распеваются. Я очень много раз видела, как это происходит, хотя сама не обладаю таким даром, но хочется рассказать как можно больше подробностей из жизни вот таких талантливых людей, потому что это на самом деле круто. Творческие люди — это необычные люди. Спасибо. И, конечно же, исходя из этого, следующий вопрос. Какие планы на будущее? Ты только что приоткрыла вот такую вот занавесь, да, что будет на радио выходить твоя песня «На ворох». Что планируешь еще делать и будет ли клип? Наконец-то мы увидим его. На самом деле планов, как у Гитлера, как говорят у нас, да, или наполеоновские планы. Вот, планов очень много. По захвату что... мира? Практически, да. Вот. На самом деле планов много. Сейчас будем делать клип на одну из наших песен. Мы планируем с осени большой концертный тур по городам Украины. Вот. Недавно, вот сейчас, прям 25 июля и 25 августа будет небольшой тур, так сказать, из известным оркестром Lords of the Sound. От 25 июля 25 августа будет. Серьезно? В Одессе. Да, будет в Одессе концерт. Что будете представлять? Это будут музыка из фильмов, известные хиты из именно фильмов. Музыка или песни тоже? И песни, и музыка. Это будет все вместе, совместно с оркестром. Будет красиво, приходи, я тебя приглашаю. Согласна, и всю уже. Съемочную группу. Вот. И, конечно же, много планов. Очень много будет работы еще по поводу Тюрквижена, потому что там и постановки, и костюмы. Хочется, чтобы все было красиво, опять же таки максималист, поэтому хочется, чтобы максимально все было красиво и, так сказать, на совесть сделано, чтобы с гордостью представить и страну, и свой народ. На свою личную жизнь хватает времени, потому что и клипы, и музыка, и песни? Моя личная жизнь пока что состоит из моих родителей, из моих друзей. Вот, поэтому, в принципе, я пытаюсь, если есть какая-то свободная минутка, я пытаюсь, конечно же, уделить им внимание, потому что это моя опора, это моя любовь, мои родители, конечно же, друзья. Вот, и это моя поддержка сейчас большая, огромнейшая. Поэтому да, я очень стараюсь уделить им, как только у меня бывает свободная минутка, я, конечно же, уделяю ее своим родным. Но на самом деле таких минуток все встает меньше и меньше. В Одессе в Одессу ты приехала ненадолго, да? Насколько я знаю, уже скоро возвращаешься обратно. Вот когда ты приезжаешь домой, первое место, которое тебе хочется посетить, ну, кроме родного дома, конечно же, вот куда душа вот тянет? То, что я домосед, это действительно. Ты знаешь, мне, наверное, хочется просто прогуляться вот по улице, и я настолько напитываюсь тем, вообще, когда заезжаю уже в Киев, да, вот мы садимся с этими чемоданами уже и едем вот этот вот город
в окнах мелькает, и ты все дома, фух, все хорошо, ты дома, вот как-то так, и ты уже напитываешься энергетикой города, и ты уже знаешь, все, тебе сейчас надо уже куда-то бежать, что-то делать, у тебя уже масса работы, то ты уже включаешься, все, отдых прошел. А все-таки какая разница между Одессой и Ивано-Франковском, и что тебе здесь понравилось? Между Одессой и Ивано-Франковском, ну, во-первых, энергетика другая, разные города. У нас более напряженно люди. Или расслабленно, вот как ты считаешь? Здесь, конечно же, больше людей, больше поток, беготни, да? Если говорить о Киеве, там еще больше движения, да? В Ивано-Франковске этого меньше, более так, вальяжно все. Но я люблю достаточно быстрее, быстрый поток и движение, поэтому все-таки... Я не могу провести как бы параллели, потому что и то хорошо, и то хорошо. Все зависит от настроения. Ну, одно могу сказать точно. Наши города точно будут объединять радиоволны, на которых будут слышны твои песни. Это и на круто. Каких радиоточках мы сможем услышать тебя так, чтобы наши телезрители уже сразу же включали. Я думаю, что наше радио, авторадио... Радио 24, я даже всех не вспомню. То есть самые вот такие вот востребованные радиоволны, которые есть? И востребованные, и не самые востребованные. Я думаю, что будет везде, все потихонечку, как бы будет набирать свои обороты. Я очень надеюсь на то, что, конечно же, слушателям понравится моя песня, и мне хочется уже новое давать, как говорят, горячие пирожки. Вот, все время хочется что-то новое, новое, очень много есть что отдать на самом деле. Я тебе очень благодарна за наш сегодняшний Спасибо. Эфир. У нас перед нашими телезрителями еще сюрприз будет, еще одна композиция, которую Наталья сегодня привезла к нам в студию. А я, любители глядачі, с вами прощаюсь и обожаю вам всего найкращого. У нас у гостях сегодня была Наталя Папазоглу. Вона лауреат національних та міжнародних конкурсів та фестивалів, учасниця X-Factor. І я дуже сподіваюся, що переможниця Тюрквіжн 2016 року. Дякую. Я действительно очень желаю тебе этого от всей Спасибо. Души. Я надеюсь, что Тюрквіжн все-таки принесет победу и дальнейшее развитие тебе как творческой личности, а может быть и захват мира. Спасибо огромное. Я тоже надеюсь, что все будет хорошо. Я хочу поблагодарить за то, что пригласила к себе в студию. Очень приятно было и познакомиться, и пообщаться. Отлично. Всем удачи, счастья, любви и всего самого-самого хорошего. До побачення, любі телеглядачі. А на вас чекає композиція від Наталі Папазоглу. Наталія Папазоглу. Ой, полечко, поле, туманом повито, а на тому полі два козаки. Сиро.
плаче вся родина, а над сиротою молода дівчина. Над багатим сином У нас у гостях Ольга Павлова, яка для вас презентувала сьогодні наш букет і хоче продемонструвати, як правильно робити для коханих, рідних, близьких найкрасивіші букети з квітів. Ми зараз це покажемо в нашій студії, а зараз подивіться на цю красу. Це ж неймовірно. Оце все зроблено руками нашої сьогоднішньої гості. Дивіться, як гарно. Як тендітно і як красиво. Скажи, Оленька, пожалуйста, вот сколько времени уходит на такой букет, чтобы сделать? Примерно 4-5 часов, но так как много отвлекающих факторов, то делаю не один день. То есть вечером, утром и вечером. Так. То есть, если, в принципе, желать заказать такой букет, да, заранее нужно звонить, заранее да, нужно... Желательно за неделю, потому что это больше хобби у меня, чем работа. И у меня есть основная работа, семья, поэтому лучше, если кто-то захочет заказать, то за недельку. Но бывает, есть что-то в наличии, то есть я сделаю... С чего все начиналось? Начиналось с того, что... Однажды я увидела в витрине магазина букеты из конфет, и тогда мне это очень впечатлило. Я захотела кому-то подарить. А, не себе, а кому-то подарить. Хотелось кому-то подарить из близких, либо чтобы мне подарили, очень хотелось. Но как-то это время прошло, много лет, прежде чем я решила сама их делать. Идея возникла, когда нас пригласили на день рождения зимой, и цветы зимой тяжело переносят холод, и... Я вспомнила, что есть такая интересная идея – букеты из конфет. Хотелось удивить именинницу. Я начала искать в интернете адрес этого магазина, но не смогла найти. Зато нашла много мастер-классов, как это делается. И оставила себе закладки и потом ежедневно начала просматривать и делать. Сначала дарила друзьям, близким. И потом так постепенно. С чего мы начинаем вообще наш сегодняшний букет? Да. Для розочки нужно будет вырезать. А какие цветы вообще удобнее всего делать вот в букетах? Думаю, что каждому свой цветочек удобно делать. Мне больше всего нравится делать розочки. Да. Тюльпаны, заметно, наверное, да? Тоже удобно, да? Да. Вырезаем прямоугольник примерно 10 сантиметров на 10 и делаем такой вот формы, чтобы положить туда конфету. То есть получашечкой такой, да? Немножечко растягиваем. Вот плотность бумаги, позволяющая растянуть и сделать такое вот углубление. Вставляем конфеточку. Конфетку мы не раскрываем, не трогаем, не прокалываем. А легонечко вкладываем в мешочек такой. Берем шпажечку и вставляем. Вот так. Кто-то обматывает ниткой. Мне удобно скотчем. Заматываем скотчем. И вот так вот конфетка держится. И благодаря этому ее легко можно вытащить. Не повредив композицию, съесть. Сделали... Потом нам нужно вырезать лепестки.
Для этого мы разрезаем, делаем более тонкие прямоугольники. Примерно 10 лепестков. Смотрим по цветочку. Если надо будет добавлять, мы добавляем. Вырезаем сердечки. Сердечки? Да, такие вот. Это у нас будут лепестки для розочки. И покажите нашим телезрителям. Ну, примерно вот такие вот лепестки. Сердечек, где-то их должно быть 10 штук. Потом берем шпажку. И каждый лепесток прогибаем, делаем такую же ямочку. Не совсем внутри, да, не совсем посередине, я имею в виду. Да. То есть ближе к верху. Любой, да. Угу. И берем шпажку и на кончике лепесточка сворачиваем. Ой, как красиво получается. Да. И вот так вот каждый лепесток. И оно фиксируется у нас? Да. Бумага плотная и... Она так и остается. Прикольно. Такие вот делаем лепестки. Я так уже как на опыте потороплюсь. Так, а что нам еще понадобится зеленая гофрированная бумага, чтобы цветочек был похож на цветочек. Угу. Мы вырезаем чаши листики. Для этого нам нужно будет сделать вот такие вот треугольнички, высокие. Мы вырезаем примерно 4 штучки. Тоже немножечко растягиваем внизу, а сверху немножечко сворачиваем, чтобы они были более натуральные. Свернули. И нам понадобится еще такой вот небольшой. Да. Оп. Да. Растягиваем. Ой, так легко растягивается. Да, очень обалденно интересно. Получается. Да. Теперь собираем. И как мы собираем? Каждый лепесток на горячий клей. Угу. На основании, да, он греется. На основании делаем капельку. Вообще капелюшечку. Да. И прикладываем. Клей очень быстро сохнет. И потихонечку, друг за другом, прикладываем, да, приклеиваем каждый лепесток. При этом в комнате должно быть прохладно, я так понимаю, да, чтобы конфеты не... комнатная температура до 23 градусов, летом кондиционер, чтобы был. Зимой как долго можно хранить такие букеты? Потому что на самом деле просто рука не поднимается раскрывать эти бутоны. Или есть какой-то секрет того, как можно вытащить конфетку оттуда? Я вот вначале сказала, что я ее ничем не закрепляю. То есть конфетку можно легко потянуть и вытащить. И композиция вся останется. Отлично. А конфеты вкусно, хранятся примерно хранятся несколько месяцев. На коробке конфет написано до полугода, до года, смотря какие конфеты. Но лучше, конечно, съесть в течение там 2-3 месяцев, потому что в магазине они тоже какое-то время лежали. Смотрите, как быстро у нас наши лепесточки, подготовленный материал, превращается в прекрасную розу, красную. Не побоюсь этого слова, потому что это, наверное, самый такой красноречивый признак. Ой, как красиво! Теперь мы, да. Вот я думаю, куда же их приделывать? Ага. Вот оно. Чтобы было больше похоже на цветочек. На натуральный. И теперь мы все это закрываем. А, вот для чего вот это вот. Да. Вещь у нас. Ага. Сейчас мы все поправим. Шикарно получается. Вот так вот, в принципе, кажется легко, но на самом деле нужно набить руку и сделать вот такой вот подарок для любимых, родных, близких и получить массу удовольствия. Поправляем. И есть еще один такой секрет. Берем каждый лепесточек, немножечко растягиваем. В некоторых местах,
чтобы цветочек был больше живой. Похож, да, на живой. Вот так у нас в студии раскрываются секреты, не побоюсь этого слова, создания шедевров ручной работы. Вот такие вот у нас шедевры ручной работы, уважаемые телезрители.